Вашему вниманию предлагаются скачки Гринго и Витьки. Делали все ставки, да? Верка ушла гулять, а пацаны бесятся. Вот, всем привет. Мы не на выставке, как я и обещал. А мы на парнике. Парничок. Поликарбонатик. Специальная длинная трехметровая линейка. Подсобник идет. Готов к труду и обороне. Шайбочки нашла? Или ты не искала? А, хорошо. Ладно, ладно. А я быстро нашел как-то. Я помню, где-то я ее дома оставлял. Сейчас мы быстренько кинем, отрежем, бока прикрутим, а потом верхушку будем накручивать. Все, поехали. Ой! Видел? Он подскользнулся и упал. Я не видел. Гринго. Вашему вниманию предлагаются скачки Гринго и Витьки. Делали все ставки, да? Верка ушла гулять, а пацаны бесятся. Что происходит? Куда она ушла? Да, они себе похуя не находят, когда Верка уходит гулять. А Гринго больше всего бесится. Витька нас такой увидел, так теперь к нам подбегает. Штух-ху-ху-ху-хуй. Чё? Как он дышит, ужас. Гринго, успокойся, все хорошо. Витька. Ой. Побежали. Давай. Занервничал, да. Ушла Гринго. Подруга. Ничего, уже что у него там с носа уже, да. Надо обнюхать. Сейчас они еще между собой подцапаются. Гринго. Придет твоя дама обратно. Субтитры.
Немножко поковырялись, но ветрюган такой. Еле-еле две стороны сделали. Сделали с этой стороны, сделали с той стороны. Две торцевые стороны. С Евкой лоханулись. Внутренняя пленка. Мы сначала что-то забыли, что у него с обеих сторон пленка. Здесь все, ну, это уже потом делали здесь, эту сторону. А сначала делали вот эту сторону. Тут сразу видно, что пленка внутренняя содрали. Ну ничего, пока так оставим, потом уже сдерем. Все, лошади успокоились. Верка пришла. Все. В семье спокойствие. Смотрите, какие тут почечки. Почечки, не почечки. Тут тоже. Тут тоже что-то живое. И тут какое-то живое. А тут, походу, мертвое. Ну чё, кнопочка нажимается, кнопочка открывается. Ворота открываются. Во, тут пристроечка. Начинается демонтаж. Лет 30 давности. Как говорится, строили из чего было. Из говна и палок, как говорится. Тут прям газоблок. Вагоночка прибитая гвоздиками. Тут все картоночкой. Все будет разбираться и строиться заново. Ветро. А это ветрозабор, ветрозащита была. Ну, а раньше ничего так. Тогда грошей нема было. Денег не было. Ну, откуда вы такие картонки крутые достали? А по мусорникам. Да? Ну, Андрюха, ну тогда денег не было. Так оно и было. Ладно, пойду я бобров гонять. А чё, подожди, так это немецкая была, фу, блин, с Англии? Я не помню, я, наверное, в Англии купила. Фу. На Карбуте, не? Прикалывали. А это, по-моему, с Карбута покупали, не? Я не? Не, наверное, где-то здесь за еврик. Где-то ты купила. Подожди, а там что-то написано на нем? Не, я все, наверное, оборвала. Ну так и лови. Я ж люблю обрывать. А, тогда извините. Она любит все уши. Правда. Очень похоже на... Как для лошадей такой шаб. Хотя, может, фиг его Как говорится, бобер психанул. Ну да, он тут подгрызает, все кустарники почикал уже. А, негодяй. Ну да, я там сильно не ломал. Но он тут как-то, смотрю, с запасом. А не, это было тут опустившийся уровень. Поэтому такая горка получается. Но он тут залатал, видно тут. Ну ему работы тут немного было. О, труба какая-то. Этой трубы я не помню. А, потому что... Да, я когда разгреб все это дело. Тут еще тут был уровень воды большой. Фу, ладно, сейчас буду бомбить. Потекла водичка. Да, прям на глазах вода падает уровень. Как меня этот бобер задолбал, честное слово. Ну, могу показать, вот тут даже свежие, вот тут какие-то кустики тут заготавливал. Я не знаю, я, может быть, когда-то даже столкнусь с ним лоб в лоб. Но пока это мифический зверек, мистический зверек, которого я еще ни разу не видел здесь. А я, может, бобра даже в жизни толком никогда не видел. Но последствия ионных действий я вижу постоянно. Вот, можете наблюдать. Сколько он маленьких молодых березок. Ну ладно, тут возле канавы, как бы это даже хорошо, что он тут чистит. Вот тут он спилил, обчикал все и унес стройматериал.
либо на дамбу, либо на свою постройку. Так, жи там дальше трава, или он попытку сделал еще одну дамбу замутить. Надо пойти глянуть там. А нет, походу просто трава. Ну вы видите, да? Сколько он пока почикал. Вон там все почикано. Там все почикано. Главное, березки он любит, смотрю. Березка, наверное, самая вкусная. Да, потихоньку весна. Потихоньку весна идет. Ладно, пойду здесь. Хоть погодка еще пока такая, ну, нормальная погодка. Ну, могла бы быть и немножко чуть-чуть посолнечней, чуть-чуть меньше ветра могла бы быть. У нас тут ветерочек такой. Он тоже там бобер погрыз. Какой-то кустарник. Так. Либо это Коля, сосед. Такая технологическая трубочка тут. Березовый сок. Или он нагнался? А нет, что-то нагнался. Но почти не капает. Интересно, он еще и сладкий этот березовый сок или нет? Ну, пока такой. Ощущение пока такое, как будто водянистый просто. Мне почему-то кажется, что еще рановато сок березовый. Мне кажется, чуть-чуть надо подождать. Потому что мне так кажется, что надо, чтобы минуса так не были. Сейчас совсем недавно только перестали быть минусы. И вроде бы почти не будет. Что-то там обещали когда-то, там может быть небольшой минус. Но это уже так. Последние волны. Ну надо будет ставить уже сток березовый скоро. Вон там тоже бобер что-то нагрыз. Вода уходит. Уходит. Течение пошло. Как он там палет мой подгрызал. Да, немножко еще подгрызал, потому что была тут такая кучка, такая типа ямка. А сейчас еще больше он подгрыз. Так, у него, наверное, память плохая, или он просто решил меня, как сказать, потихоньку догрызть этот палет. Смотрел я вот такие гофры. Ну, вот это вот я там достал у знакомых обрезки. Думал такую трубу типа соединить и поставить в эту канаву. Ну, маловато, конечно. Конечно бы и диаметр побольше. Это, по-моему, сороковка. А мне надо, или даже тридцатка. Я не помню. Ну, что-то меньше, мне кажется, даже 40 было внутренний диаметр. А мне надо, по идее, где-то, наверное, полметра диаметр. Потому что у меня спереди были техноски нотыками, когда проект делал. Там мне написали полметра диаметр минимум. Так что здесь тоже надо что-то такое придумать. Просто я думал, да, сюда кинуть эту трубу и засыпать, чтобы можно было нормально ездить. Вот он, стройматериальчик стоит. ОСБшечка стоит, накрытая. Закрытая. Даже пахнет немножко деревом чуть-чуть. Даже через клюенку чуть-чуть чувствуется. Да, решил купить заранее чуть-чуть.
это ОСБ, потому что фиг его знает, как с этим сезоном строительным. Мало ли будет, начнется опять бум какой-нибудь строительный, и цены пойдут вверх. Потому что сейчас вроде бы такие, ну, более-менее адекватные цены стали. Более-менее, ну, более адекватные цены, в общем, стали. Ну, я уже говорил, 11,66 евро стоит 12-миллиметровка. Вот. А то оно доходило, цена там, я не знаю, там. Я когда для сарая покупал, я увидел, по-моему, за 18 евро. И я посчитал, что это хорошая цена. И купил тогда. Собаки. А что вы облизываетесь? Что это, бля? Облизывайтесь. О, что-то вам вкусняшку какая-то перепала, да, собаки? Все, теперь сиди там, жди, не буду тебя выпускать. Да, непонятно с этими стройматериалами. Тогда просто был какой-то странный после коронавируса этот бум. И тогда цены так росли, и уже страшно, что опять что-то будет расти. Расти эти цены. Вот это я на свиноферме работал. Собаки очень неравнодушны к запахам. Не, штаны не были на ферме, только сапоги. Они у меня в бусе лежали, я только сейчас их одел, сапоги эти. И вот они сразу занюхивают запахи эти. Да, весна потихоньку подкрадается к нам. Хотя уже середина первого месяца весны. Надо съездить в Елгаву. Блин, что-то не могу понять. Так необычно видеть себя в своей машине, когда привык видеть как бы с буса, какая-то картинка такая другая. Да, позвонил только что хороший знакомый. Он сейчас дом строит. Ну не знаю, навряд ли он мне разрешит там снимать. Я уже раньше хотел к нему приехать, поснимать, как бетон заливают. Ну, там бетонщики якобы не захотели. Так что, ну, посмотрим. Вот. Ну, и сказал, что, типа, вроде как бы, может быть, возможно, хотел бы, чтобы я ему проводку сделал. Он сначала думал сам. Теперь он как бы сомневается и решил, наверное, меня все-таки нанять. Дэдзис, тебе привет. Тебе контору сдам. Да. Ну, может, Дидзис это сразу сам не смотрит, это, может быть, Карина, может, смотрит. Да. Ну, плюс мне надо еще купить материал для ливборской маленькой халтурки. А вам тоже привет. Я, это моя одна зрительница, подписчица, тоже попросила там кое-что, там розеточку одну протянуть, там ливборзе. Да, сейчас халтурки навалились, тоже знакомый, ну как вы его все знаете, Дидзис. Да, Гатес позвонил, тот, который занимается энзимами, так что заходите на канал God Plumber, кто еще не смотрел. Да, он занимается ферментовыми, вот этими баками. В общем, мне позвонил, он там, он тоже как бы, он сантехник тоже сам как бы, ну и по образованию, в принципе, да, можно сказать, по образованию сантехник. Он делал там сантехнику и вот меня порекомендовал тоже. Надо будет в Ригу заехать. Я в понедельник, если получится, в понедельник я после работы заскочу там на объект. У меня, правда, объект будет далековато. Это Смилтон на понедельник. Но придется заехать, да. Там, возможно, либо кухня, либо целая квартира будет. Но это мы еще с клиентом обсудим, потому что он как бы вроде делает ремонт во всей квартире. Но проводку хочет только на кухне. Просто человек сомневается по поводу финансов. Ну, там на месте будет понятно, что мы порешаем. Что-то мы придумаем. Да, потихоньку какая-то волна работ появляется. Ну, работ вне работы. А, забыл совсем повернуть камеру. Я знаю, что
Мне многие говорят, типа, что ты себя снимаешь? Мне подписали комментаторы. Мне Ева говорила, и кто-то еще говорил, типа, чтобы я себя не снимал, а снимал. Так, скорость. Вот тут привычка, блин, вроде бы я знаю, там 70, а здесь уже 50. И все равно как-то педаль давится к 70 здесь. Ну ладно. Да, говорят, что ты себя снимаешь, снимай улицы нам, пожалуйста, показывай. А я вот сначала хочу как бы немножко на себя повернуть, типа поздороваться с вами. А потом перевернуть, и потом забываю перевернуть. Ну ладно. Вот, всякие тут разные шестые, пятые, четвертые линии слева по борту. Погодка сегодня, конечно, так себе. Ветер такой. С утра был дождик, я думал, вообще на улицу не выйдем. Мы хоть немножко успели парник там чуть поковырять. Но самое основное, конечно, мы не смогли сделать, потому что из этого ветра. Хотя сейчас вот вроде бы и ветер притихает, но дождь начинается. Надо будет посмотреть, какая погода будет завтра. Может быть, получилось бы завтра основную массу этого парника натянуть. У нас 6-метровые листы этого поликарбоната. Но мы вроде бы мерили, мне кажется, в районе 5,90 там. Так, завтра. А, завтра, в принципе, 0,5 сантиметра только осадков. Десять, 11. А, какая там, блин, моросиловка завтра будет. А может и не будет. Ветер. А, ну ветер поспокойнее будет, чем сегодня. Может быть, завтра. Сделаем этот поликарбонат, парничок. Блин, вот у меня эта нога. Вот я столько сейчас ездил на мануальной коробке передач. А сейчас сел на Митсубиси этот автомат. И сейчас вот левой ногой дернул на тормоз. Как тормоз.